В преддверии длительных новогодних каникул с большим количеством праздников, а значит и застольями, важно напомнить жителям о необходимости быть умеренными в употреблении алкоголя и вредной еды, поскольку это грозит различными заболеваниями. О важности вести здоровый и активный образ жизни, в том числе и во время длительных праздников, славянцам напомнили на Краевом дне здоровья, который прошел в первой поликлинике. Тема мероприятия – движение и закаливание – стимул здоровой жизни. Жители в этот день могли проконсультироваться у врачей узких специальностей – невролога, терапевта, эндокринолога, а также сдать кровь на сахар, измерить артериальное давление, ну и, конечно, получить советы по здоровому питанию и активному образу жизни. Врачи-специалисты разъясняют принципы здорового образа жизни. Пациентам проводят необходимые обследования, замер сахара, крови, холестерина, измерение артериального давления, веса. Все это нужно для того, чтобы пациенты знали, что здоровый образ жизни в большей степени зависит от них. Также участники Дня здоровья могли принять участие в оздоровительной зарядке. Врач лечебной физкультуры показала собравшимся комплекс упражнений для восстановления шейного и грудного отделов. Эти простые упражнения помогут сохранить подвижность и активность человека.